Открыв телепрограмму, любой житель Перми может выбрать любую из 12 телекомпаний. Но уже больше 5 лет у большинства учеников нет проблем с выбором. Для них день начинается с утреннего вестника телекомпании «Ветта». Мы находимся на крыше здания законодательного собрания. А как бы там ни было, момента море. А через 10 минут начнется самое интересное. В Перми это вошло в привычку – смотреть телевизор с утра. Хотя поначалу никто не верил в успех утреннего эфира. Многое пришлось создавать впервые и без готовых рецептов, задолго до утренних программ центральных каналов. Так в утренние вестники появилась мультстраничка для детей, зарисовки о погоде, музыкальные иллюстрации и уличные опросы. Короткие, всего одна минута, сюжеты утреннего вестника, динамичные и емкие, оперативные местные новости, хроника городской жизни. Горожане знают, «Ветта» — это все новости и хорошее настроение с утра, неподражаемый и самобытный стиль. Наша фирменная передача «Утренний вестник» пользуется огромным интересом пермяков. Это показали и опросы Всероссийского центра общественного мнения. По данным независимой экспертизы, программа «Утренний вестник» находится на первом месте среди информационных программ региона, на втором среди самых популярных программ местных каналов, а также входит в список 50 самых рейтинговых передач, которые смотрят в Перми, занимая в нем почетное 3-е место в разделе новостных программ, сразу после программы «Время» и новостей ОРТ. Это не надо доказывать нашим рекламодателям. Они знают, что получают эффект от рекламы в нашем эфире. А зрители просто воспринимают ее как руководство к действию. Передача «Вечерний вестник» – подведение итогов дня, оперативная информация, собранная не только корреспондентами телекомпании, но и информационного агентства «Ветта Новости». Информационное агентство – это особая гордость компании. Во-первых, это единственное в городе агентство новостей, работающее на средства массовой информации – газеты, радио, ТВ. 47 корреспондентов из Перми и городов Пермской области, а также Уфы, Оренбурга, Кирова, Челябинска, Ижевска ежедневно поставляют новости, которые оперативно рассылаются подписчикам. А среди них Пермское авторадио и Европа Плюс, газеты «Вечерний Пермь», «Профсоюзный курьер», газеты «Труд» и «Деловой Урал», Санкт-Петербургское радио «Модерн», радиостанция «Маяк». В среднем 300 информационных сообщений ежемесячно находят своего читателя, зрителя, слушателя. Мы расширяем информационное поле, ищите нас в интернете. И сосчитать нельзя, сколько фильмов и сериалов, мультипликационных и кукольных сказок, развлекательных и музыкальных программ увидели наши телезрители. Среди них первые зарубежные телесериалы, такие как «Сладкий ручей» и «Сеньорита», шедевр американского кино, родоначальник жанра фильмов о высшем свете «Династия», мужское кино «Войска особого назначения» и «Мир авиации», мультсериал «Черепашки-ниндзя». А сколько хороших и интересных фильмов, сколько конкурсов, викторин. Например, общегородской конкурс «Зимний сад» или конкурс «Мультизнаек». Мы всегда поддерживаем интересные начинания, помогаем тем, кому нелегко. Так и получилось, что имя «Ветта» известно всем и многим, и горячо, и искренне любимо. В этом мы смогли убедиться во время праздника пятилетия независимого вещания в городе Перми, который состоялся летом, когда более 60 тысяч пермяков побывали в городском детском парке имени Горького на юбилее компании «Ветта». Здесь были веселые детские конкурсы с участием персонажей из любимых мультфильмов и серьезные поздравления и развлечения для телезрителей всех поколений. Праздник назывался «Вольный сын эфира». И это название, как никакое другое, отражает суть компании «Ветта» – независимость, самобытность, целеустремленность. С тех пор праздник стал традицией, которой нет аналогов нигде в мире. Но жизнь телекомпании – это, конечно, будни. А будни – это каждый день съемки. И каждое утро в эфире, как восход солнца.